2 августа в военном городке состоялись торжественные мероприятия, посвященные дню рождения воздушно-десантных войск. Погода на этот раз не подвела. Илья Пророк, небесный покровитель десантных войск, подарил голубым беретам солнечный день. В этом году крылатой пехоте исполнилось 82 года. 2 августа 30 года под Воронежем был выложен первый в мировой истории парашютный десант в количестве 12 бойцов Красной Армии. 2 августа – это профессиональный праздник элитных частей Вооруженных сил России, на деле не раз доказавших, что для воздушно-десантных войск нет задач невыполнимых. Этот день прочно вошел в культуру народа, стал поистине семейным праздником для тех, чья судьба связана с романтикой десантной службы. По традиции, в праздничный день состоялось чествование лучших сотрудников служебно-боевой подготовки. Бойцам, достигших высоких результатов, глава города Вячеслав Сверчков вручил подарки. На протяжении многих лет воины-десантники самоотверженно служили Родине, как в мирное, так и в военное время. Вы всегда на передовых позициях, в самых горячих точках, там, где нужны отличная боевая выучка и прекрасная физическая подготовка. Личный состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии по праву является неотъемлемой составной частью и гордостью нашего города. После официальной части элита вооруженных сил перешла от слов к делу. Десантники показали все, на что способны. На глазах у зрителей любой предмет в их руках превращался в боевое оружие. Никакой строительный материал не устоял перед натиском голубых беретов. А упорству бойцов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии стоит только позавидовать. Любое дело они доведут до конца. Не обошлось в этот день, конечно, и без высадки десанта. Задача перед голубыми беретами поставлена сложная – приземлиться на четко отведенное место. Первой выполнила задание ветеран воздушно-десантной дивизии Лариса Казак. На ее счету 8200 прыжков. Достойный пример для подражания. По заверению руководства дивизии, нарушений общественного порядка в этот день от десантников ожидать не стоит. Со всеми без исключения бойцами проведены инструктажи. Но, как говорится, бывших десантников не бывает, поэтому ожидать от них можно всего чего угодно. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.